Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вот такой вот у нас узорчик, очень-очень необычный, девчонки, пишите, для чего его можно применить. Вот он из обычной пряжи связан, такие вот чешуйки, которые визуально как бы создают такое впечатление, что они накладываются друг на дружку. Ну, изнанка как изнанка обычная, да. Вот, неприменяемая, то есть он только с одной стороны. Вот, и я вот попробовала его на махере тоненьком. Смотрите, как красиво. Вот, допустим, если вот этими чешуйками обработать низ. Ну, в общем, вот так вот он выглядит на простой пряже и вот так вот на махере, что мне очень понравилось, очень красиво. Вяжется довольно-таки несложно. Сейчас я вам покажу на одном рапорте. Вот она одна, как бы одна чешуйка, одну я ее вам покажу. Их можно варьировать как угодно, можно пустить полосы из этих чешуек, да, допустим, либо одну полосу, то есть либо по низу дать, либо шарф я бы видела. Вот сейчас джемперы такие подобным узором сделаны, связаны. В общем, пишите ваши соображения, куда бы вы его применили. Итак, число петель должно быть кратно 7 плюс 3 петли. 4, 5, 6, 7, 8, 9. У меня это 10 петель. У меня будет одна чешуйка, одна состоит из 7 петель, одна петля у нас для симметрии, то есть здесь вот между ними одна изнаночная, поэтому у меня одна для симметрии и 2 кромочные, да. Итак, первый ряд, одна лицевая, кромочные я озвучивать не буду, буду озвучивать только узор. Лицевая, накид, 6 изнаночных, раз, 2 3 4 5 6, накид, лицевая, второй ряд, изнаночная, накид, 8 лицевых, 1 2 3 4 5 6 7 8, накиды провязываем во втором ряду лицевыми, накид, 1 изнаночная. Третий ряд, лицевая, накид, 10 изнаночных, в третьем ряду накиды провязываем изнаночными, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, накид, лицевая. Четвертый ряд, изнаночные петли, все провязываем изнаночными петлями. Пятый ряд, одна лицевая, далее 3 петли провязываем с двойным, как бы двойную петлю, то есть я продеваю в петлю и делаю 2 захвата, 1 2 3, 3 петли провязала, далее 6 петель провязываю с тройным захватом, 1 2 3, раз, раз, 2 3, 2, раз, 2 3, 3, раз, 2 3 4. Видите, то есть здесь у нас получается 3 захвата, 1 2 3 5, раз, 2 3 6, и далее 3 с двойным, 1 2 провязываем, 1 2 2, 1 2 3,
и последняя лицевая. То есть у нас увеличилась большую на большой, ну, то есть у нас увеличились петли. Теперь шестой ряд, и он же последний, 1 изнаночная. Далее снимаем 2 петли, переснимаем на правую спицу, при этом распуская их, делая вот такими вот длинными. 2 петли вернули, провязали вместе, снова спускаем 2 2. То есть здесь у нас была двойная, здесь тройная, все правильно, провязываем 2 вместе. Далее пошли тройные, спускаем их, возвращаем, провязываем вместе. Это уже 3 4 5 и 6. И последняя у нас изнаночная. Все, далее повторяем с первого ряда. Вот таким вот образом у нас эти чешуйки. Кстати, на этой пряже очень красиво получается. Вырисовываются наши чешуечки. И так далее вяжем. Вот она одна у нас уже есть. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.